Доброе утро, дорогие друзья! Конечно же, хочется сказать вот прямо в эту минуту, ни пуха, ни пера для тех, кто именно сегодня, а это старшеклассники, сдает экзамен. У вас все получится, дорогие друзья, обязательно верьте в себя, вы это учили 11 лет, так что давайте, дерзайте. Ты прям целую аффирмацию только да, что подала. Да, да, я помню себя, было сложно. Все получится, не переживайте. Для тех, кто переживает и порой, увы, не знает, что делать дальше, куда идти, куда поступать, какие экзамены даже сдавать порой впритык, не знают. Вот сегодня будем это обсуждать, тем более, что у нас в гостях уже наш эксперт, который пришел к нам на помощь в этом вопросе. Профориентолог Лариса Изюменко. Здравствуйте. Доброе утро. Мы доброе вас утро. Ну вот вопрос с экзаменами не зря же возник. Значит, как делали мы раньше, когда не было ЕГЭ? Сдавали то, что любили, потому что это было не принципиально, все равно сдавать еще раз экзамены уже в университете, но уже профилирующие. Сейчас все не так. Как все-таки выбирать старшеклассникам? Предметы, те, которые у них лучше всего получаются, или те, куда идти? Ну, конечно же, те, куда идти. Ориентироваться на те предметы, которые лучше всего получаются, это неправильно. Это путь в никуда. Конечно, бывает. Такое бывает совпадение, когда то, что получается, это и те предметы, которые нужны для поступления туда, куда и душа, куда интересы, куда таланты. А вот просто выбрать те предметы, которые нравятся, а потом уже думать, куда поступать, это неправильно. Неправильно, а казалось бы, да, вот тем, кто сейчас сдает, очень хочется хотя бы где-нибудь высокий балл получить. Ну вот а что делать тогда в случае, если определился с профессией, да, но предметы, которые нужно для нее сдавать, даются, увы, тяжело или порой прям вообще не даются? Ну, конечно, в идеале надо выбирать заранее. Нужно определяться с профессиональным самоопределением, выбирать профессию заранее, чтобы была возможность подготовиться. А это за сколько примерно? Вот заранее, вот сейчас, может быть, нас смотрят не одиннадцатиклассники, там, не знаю, пятиклассники. С восьмого класса. Оптимально восьмой класс. Девятый мы уже сдаем первые экзамены. И в идеале нужно сдавать в девятом те же экзамены, которые вы будете сдавать в одиннадцатом. И тогда у вас будет время на подготовку, поверьте, с девятого до одиннадцатого класса подготовить даже, ну что, самое сложное, что не любят все. Это математику сдавать профильную. Ее можно подготовить и сдать. Я вот с математикой никогда не дружил. Кстати, а я любила математику, это было гораздо проще. Но, да ладно, у всех своеобразное, да, представление. Мне вот математика потом не сильно пригодилась в институте. Как все-таки определиться, куда поступать? Вот, признаюсь честно, но мне кажется, что таких большинство все-таки, не считая врачей, которые, слава богу, на кого учились, на того и работают, большинство людей все-таки не работают по профессии. Что-то там выбрали в 17-16 лет. Что-то отучили, а потом уже через 5 лет более-менее ты начинаешь себя осознавать и понимать, где ты хочешь работать. Ну, пройти путь, который, так скажем, алгоритм для выбора профессии. Да? Так. То есть сначала что? Начинаем с себя, со своих интересов, талантов, куда же, что же мне нравится. Потому что мы уже говорили, да, про то, что таланты, они есть у всех. Мы все талантливы. И обращаем внимание на свои внутриличностные таланты. И вот здесь нужно исследовать себя, исследовать все, что мне нравится, что я делаю с большим удовольствием. Посмотреть, но сделать хотя бы элементарное. Есть такое упражнение, которое лучше, конечно, делать со специалистом, но можно сделать и самостоятельно. Оно хотя бы поможет определить направление. Вот представьте, что у вас не одна жизнь, а 5 жизней. И сначала подумайте, и первое, что приходит в голову, вот прямо, что говорит вам ваше подсознание, кем бы вы работали в каждой из 5 жизней. Ой, как интересно. То есть таким способом мы топ-5 каких-то своих умений? Это не все. Вот вы выбрали, например, я бы работала телеведущей, я бы работала доктором, я бы работала преподавателем, ну, я не знаю, там, тренером, да, например. Дальше сядьте и первое, вот прям задайте себе вопрос, а что мне нравится в этой профессии? Почему какой функционал? Почему она меня привлекает? Прям пропишите подробненько. Когда вы пропишете по каждой профессии, что вас привлекает,
возникает, у вас получится такой список некие действий, список ваших интересов. И вот на него уже можно ориентироваться, что мне интересно и куда я хочу пойти. Я просто, вы так рассказываете, мы вроде задавали вопросы про старшеклассников, да, восьмиклассников, как им определить. Это же для кризиса среднего возраста очень сильно подходит. Прекрасно подходит. Любую проблему так можно расписать просто. Я больше, там вам 30-40 лет, вот тут работать не могу, у меня с сегодняшнего дня новая жизнь. Так открываешь список и смотришь, какая вторая жизнь и какая новая профессия, и все, идешь менять. Но ведь бывает вполне себе закономерно, что ребенок еще в 14 там, лет, у него даже 4 нет вариантов, как там, жизни. Аппетит. Поверьте, я работаю с подростками, у них есть до 10 вариантов. Ой. У всех, да. Варианты есть. До 14 лет задача взрослых, да, показать разнообразие вот этого вот профессионального мира, дать потрогать, дать почувствовать. То есть попробовать себя в любой профессии можно через посещение различных дополнительных каких-то кружков, секций. Больше читать, больше узнавать. И это задача родителей. Это задача... И, наверное, прислушиваться, да, все-таки к ребенку. Не пихать его туда, куда вы хотите, например, или хотели в детстве, но вам не разрешили. Я знаю такие тоже семьи. Прислушиваться, но и направлять. Вот, например, сейчас я столкнулась с такой ситуацией, ну, каждый год это прохожу, хоть каждый год мы говорим о том, что выбирайте правильно предметы. По скольким предметам идет зачисление в ВУЗ? По трем, по-моему, наверное. По трем. И вот каждый год я сталкиваюсь с тем, что ко мне обращаются в мае месяце подростки, 11-классники, у которых два предмета. Русский, обществознание и математика база. Что делать? И вот здесь задача родителя была еще в начале 11 класса, а лучше заранее направить, что это сложно сейчас будет, но тоже возможно. То есть, если есть такие ребята сейчас, которые нас слушают, небо на землю не упало. Вот сейчас нужно успокоиться, спокойно пойти, сдать свои экзамены, а дальше продумать свою образовательную траекторию. Вариантов несколько. Первый вариант. Можно пойти через колледж. Если сильно хочется в ВУЗ, выбирайте колледж, который при ВУЗе. Вы можете сейчас со своим вот этим вот набором экзаменов поступить в колледж и из колледжа потом пойти в ВУЗ. Либо можно взять год перерыва. Это тоже не катастрофично. Вам будут родители говорить, а это так нельзя. Во-первых, вы можете поработать, попробовать себя в разных специальностях. Во-вторых, вы подготовите третий предмет, сдадите и уже поступите туда, куда вы хотите. Ну, вот все. Это, мне кажется, пожалуй, да. Самый главный совет, который вы все могли просто. Дать. Не нервничайте. Действительно, вся жизнь впереди. И иногда вот эта значимость слишком преувеличена. Ничего страшного не происходит. Просто делайте то, что у вас лучше всего получалось все 11 лет. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли. И как обычно, неважно, 17 лет, тебе 40 лет, наставили на путь истинный, профессиональный. Наставили. Наставили. Где я был, когда, вернее, где была Лариса Изюминка, когда я не мог выбрать, чем заниматься.